Эй, приветик, я Крэг. Если вы еще не подписались на меня, то обязательно тыкните по красной кнопочке. Скажу по секрету, она станет серой. Сами проверьте. В прошлый раз вы смогли поставить лайк за 2 секунды. Давайте в этот раз постараемся за 1. Итак, секунда прошла. Надеюсь, у вас все получилось. Не забывайте подписываться на мои соцсети, ссылочки в описании. Если у вас есть своя история, то присылайте ее на указанную почту. Хочу пожелать вам приятного просмотра. Привет, меня зовут Ислам. И мне уже 213 лет. Я пережил 2 века, и мне порядком надоело. За это время у меня было 4 жены. Я пережил своих правнуков, и каждый раз было тяжело расставаться с ними. За это время я поучаствовал в 2 мировых войнах, побывал в более 80 различных стран, а также попробовал себя в 10 сферах профессии. Но мне начинает наскучивать моя жизнь. Если хотите узнать мою историю долговечности, то усаживайтесь поудобней. Сейчас вы узнаете. Я родился в 1806 году в Турции. Мои родители сразу же переехали в Великобританию. В детстве я оказался на пару лет младше сверстников, и все думали, что у меня запоздалое развитие. В 15 лет я выглядел как на 10. Но я не задумывался насчет этого и все время шутил, что буду жить вечно. Но в моей шутке была доля правды. В 80 лет, когда многие мои друзья и первая жена умерли, я выглядел лет на 40 или даже 30, имея лишь пару морщин на лице. Далее был 20 век, век технологического прорыва и мировых войн. Я участвовал в обеих. Это были ужасные времена. Я рад, что за последние 70 лет не было таких же крупномасштабных и кровожадных событий. Ведь из-за них я потерял много дорогих мне людей. Далее было покорение космоса. Мне посчастливилось побывать на Байконуре и видеть полет Гагарина в космос. Далее, что было, вы и сами прекрасно знаете. В своей жизни я уже многое достиг и многое повидал. И мне попросту наскучило жить. Помимо радостных моментов было и много грустного, но не стоит расстраиваться, ведь у всего есть свой конец, но только не в моем случае. Иногда ко мне приходят мысли в голову покончить самим собой, хотя можно еще пожить лет 60 и увидеть технологический прогресс. Сложный выбор. Вы хотите знать, почему я такой? Ответ прост. С детства у меня был безупречный иммунитет. Я никогда не болел даже обычной простудой. И благодаря этому иммунитету у меня замедлило старение клеток. Врачи мне предсказывали, что я буду жить около 300 лет. Напишите в комментариях, как бы вы прожили эти 3 века. Ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше только интересней. До скорых встреч! И пока.